Покажу вам. Выйди из лифта. При подъеме на 11 этаж. Вот так вот выглядит лобби. Белый рояль по вечерам играет. Музыка. И здесь открываются виды из холла на 11 этаже. Так вот, стекла, конечно, несколько уже грязноваты, но все равно, в принципе, дома видно хорошо. Вот такая вот красота. Лепота. Итак, я пришел в номер. Сегодня у нас выезд. Ночью улетаем. В 1:45 самолет. Летим Аэрофлотом. И в 6:18 часов нам надо освободить номер. Поэтому скоро будем собираться. Ну и, наверное, думаю, покажем. Сделаем ролик отдельный. О наших покупках, что мы здесь купили. Детям, старшему, младшему и себе. Вот такая красота у нас. Вот это вот корпус новый Ромады класса. Они его строили несколько лет. Года два или три его не строили. И вот он уже сдан. Уже там живут туристы. Вот внизу вот это вот. Переход из основной Ромады вот туда. Честно говоря, корпус невысокий и вида на море в нем нет, получается, что там только окна в окна. Море не видно с того корпуса. Только из основного. Да, кругом пакеты валяются. Вещи все надо разбирать, собирать. Все требуется собирать. Вот такая вот у нас тут обстановочка. Вот такие виды с нашего балкона, террасы. Погода замечательная. Даже здесь на 11 этаже пахнет зеленью. Где-то стригут, а вон внизу. Внизу стригут траву, даже на косынке. Слышно, как тарахтит. А запах зелени даже здесь чувствуется. Красотища. Парк красивый сделали. Но еще не запустили, не открыли. Я думаю, что, скорее всего, этим летом уже откроют его. Потому что, в принципе, это все готово. Так вот, глядя на него. Красивый парк. И морюшка. Красивая средиземная морюшка. И горы. Опять все покрыты пеленой. Испарение. Ладно. Идем собираться. Посмотрите, какой шикарный вид, шикарная погода, просто сказка. Горы, как написано на картине. Каждый день, утром, днем и вечером они меняются. Каждый раз горы новые. Очень живописное место.
народ отдыхает, веселится. Смело уже лететь в Анталию, море уже давно теплое стало, уже спокойно в него заходишь, спокойно плаваешь, дискомфорта не испытываешь. Народ купается, вот смотрите, на шезлонгах, на понтоне сидят, плавают в море. А сейчас покажу вам местное население, купается вот здесь вот рядом. Вот. Это спуск для тех, кто здесь живет. В этих ближайших домах люди приходят купаться вот сюда. Спускаются и плавают. О, как ныряют. Купаются. Очень хорошая погода. Красота. Лепота. Просто сказка. Вот он наш отель. А это уже соседний участочек. Владелец своего дома. Свой домик небольшой у него. Хоть он и небольшой, но его дом стоит как минимум несколько миллионов долларов или евро. Потому что это земля, сотка здесь земли начинается от миллиона евро. У него несколько соток. Вот такой он себе красивый участок сделал. Никому не продает. Ухаживает, все красиво у него. Дорогие мои подписчики, я прощаюсь с вами. Ну а новым зрителям желаю подписываться на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой инстаграм. Читайте мою страницу на сайте Top Hotels. Отзывы об отеле. Все хорошо. Всем всего прекрасного, всего хорошего. До свидания. Всем привет. Я нахожусь у бассейна, у Infinity бассейна отеля Ramada Plaza Antalya. Со мной мой младший Кирюшка. Кирюшка, помаши рукой. Кирюша, ну иди пока к маме. Пойдем к маме. Тянет меня к маме. Сегодня прекрасная погода. 1 июня 2019 года. Посмотрите, какой шикарный вид. Переключу камеру.
Время 17:30, пол шестого вечера. Я нахожусь в отеле Ромада Плаза Анталия и покажу вам сейчас, какой здесь спуск в море. То есть отель стоит вот на таких скалах. Вот там вот синяя лестница, это спускается местное население, те, кто здесь живет, спускаются в море и плавают. Вот их видно, этот день. Под вечер обычно всегда штормит. Ну, не штормит, неправильно выразился, а поднимаются волны. Под вечер обычно всегда поднимаются волны. И в отеле спуск в море вот с такого трапа. Проложен красные коврики скользящие. И вот еще раз, два, три, четыре, еще четыре ступени уходят вниз в море, под воду. Здесь вот такой гроб. Сверху помост, на котором собирают отдыхающие отели Ромады. Вот понтон. То есть он находится от этого трапа, ну, метров 10 максимум, не более 10 метров, я думаю, понтон. А сейчас пройдем ко второму трапу. Для этого мы поднимемся. Выходим вот на такую площадку. Здесь есть бар, сцена. Вот такие вот виды с этой площадки. Сцену оборудуют. Видимо, вечером будет сегодня какое-то представление, концерт. Проходим дальше. Следующая площадка. Здесь у нас туалеты. Переодеваться и туалеты мужской и женский. Здесь под кроны деревьев площадка. И сейчас мы выходим на второй трап, спускающийся в море. Здесь расположены шатры. Шатры платные. Если снимаете шатер, то вам сюда приносят еду еще. Еду, напитки. Так, и вот он. Второй трап. Трап и понтон. Совсем близко. Здесь на метров 5 от силы. Также красные коврики. И под море уходит. Под море уходит 6 ступеней. Вот такие скалы. Купили кукурузу с азотом. Кукуруза замороженная в жидком азоте. Сейчас будем пробовать. Так, ну-ка. Надо было сказать, угадайте, что это. Да, да, да. Подожди. Не, нормально. Не бойся. О, дыши, о. Дракон. Покажите дракона. We made it high.